что? Да ну что там, там по собой никто и не набирал больше. О, первая трех. Я зря. Это Абдикадыров, Ирланд сейчас не стал проходить. Разгоняется. Ой, Мушин Игорь. И легко забивает. Так, а теперь со средней ответочка. О, а будут снова владеть мячом игроки Юкона. И... О, 2 из 3. Отличный процент. Ну там. Ой, ну что, еще трешку попадет Абдикадыров. О, 3. Добивает пирожки Икона. Очень резво так начали. И 2 из 2. Под правую руку. Судя по всему, правая рука его основная. Влево он не особо не горит желанием ходить. Треха. О, вот это шальная. Так, Чернушкин снова пытается пройти сам. Все, сам решит. Фолоп забивает. Мне тоже. Мне обычно младше говорят. О, забираешь, мне кажется, скинуть было на Панахова Шахина. Вот сейчас снова на Панахова. Панахов снова пароход его вправо. Легко просачивается между... Да что ж такое-то, все никак не может Касумов попасть. Вот, наконец, не мы тем так катать. 16 за 2.30 до конца первой четверти. Так, Шапана... И с фолом забивает сейчас. Держится пока Виктрикс, и они далеко своего оппонента не отпускают. Есть еще шанс зацепиться за игру. Насколько помню, по прошлой игре с ЦСКА. Так, что тут у нас? Плотников. Разбирается на ложном замахе. Убирает шире. Дальше Шахин. Не стал бросать Панахов. И заряжая сейчас. Вау, вторая трешка прилетает. На Ибрагимова. Дальше проход внутрь. Легко достаточно сейчас. И 2 из 2 Осман забивает. Кинт под кольцом пытается что-то соорудить. Вот, если говорить о Виктриксе, такое ощущение, как будто бы они... Страховка не работает. Так, и там Хабибов даже просто так в сторонке стоял. Касума! Завелась машина. Так, Абдикадыров ищет кому скинуть. Ибрагимов дальше. Хорошо разыграли между собой. Видите, сейчас в игре Виктрикс. Уже еще первая половина закончилась, уже они 2 тайм-аута стерели. Фархаидов, Измаил, это передачи. Дальше Плотников забивает. Да, бросать. И трешек, да, но мы не видели от Юкона сейчас. Дальше и... А вот сейчас грамот очень раскрыл. Радует, что они все-таки стали больше в пластик играть. Правда, сейчас потеря. Панах Шахин прочитал передачу. Разрезающая передача. И Ибрагимов. Поспешили немного. И тут Панахов уже включается. Ой, закрутил он меня. Может. Чернушкин дальше. Ой, закручивает мяч. О, мяч доходит, не стал он бросать. И выбивает сейчас мяч. Ибрагимов Рамазан. Дальше по Евростеп от Чернушкина. Разбирается. Ой, нет, пока не попадает. Так, и есть возможность убежать сейчас. Касумов, Осман. Да, легко задать. Да, прямо выложил ему. И осталось пустое кольцо только попасть. Причем там, наверное, метр расстояния было. Ой, завелась машина. Так, и 2 минуты последние пошли. 22-32, Панахов. Все по-прежнему не бросает трехи. Но Касумов как-то слишком ушатнули. Потому что, я думаю, если не продолжат так играть, то победу они могут успеть. А Панахов стал трехи кидать. 2 из 5 трехи у него. 6 подборов у него. 1 передача. 1 перехват еще. Подборов очков скорее. Вот, а теперь обратимся к статистике Виктрикс. Начнем тогда. Вот, и меня, как бы, единственное, что для меня такой, пожалуй, важный вопрос. А, ну сейчас, кстати, Касумов Осман присел на скамейку, отдохнуть, видимо, решил. Пока Панахов из-за спины отдает. И дальше Абдикадыров. Трешка с передачи. Ставили наращивать обороты и при этом как будто бы не знаю, что сейчас делать на площадке. Панахов еще 2 часов. Хочет замедлить, судя по всему, темп атаки. Призывает своих не торопиться.
Колесов, но в итоге сведение решил бросить и не зря дальше. И вот снова открытый попадает. Рассыпается. Вот и снова Колесов. Мне кажется, он так отклонился немного назад. Ой, и красивая передача от Ибрагима. Выпрыгнул достаточно высоко, но тем не менее он просто как минимум смутил сейчас. Ой, показал, что передачу Абдулкадыров будет давать, и в итоге забил. Продавливать будет он или нет? Скидывает на Хабибова. Хабибов! Вторая Хабибова трешка. А у вас тут четверть не закончилась почему-то. А, да? Значит, там ошибка. Вновь и вновь Юкон меня в этом плане удивляет. Бросают они. Все на лав трехочковый. Вот, Викторикс 18% трех. А вот и Юкон, между прочим, Трикса. По подборам, кстати, перевес у Викторикса. 27 на 35 по подборам защите. И 12-14 по подборам. Во-первых, Юкон, ввиду того, что у них на 10 передач больше, гораздо лучше двигал мяч. Потом. Так, снова Панахов. Скидка на Исмаилова. И ассист на Панахова. Так, сейчас у Панахова 20 очков. Осталось Панахову до трипл-дабла. Еще 3 передачи, и Панахов будет с трипл-даблом. 31. Так, Панахов пошел, включает гиперпривод. Скинет ли мяч? Скидка есть. Забьет ли? Забивает. Два ассиста. Так, поддержит ли его партнеры? Поддержит ли? Панахов, скидка. Вот, один, еще один ассист. Так, снова Панахов с мячом. Ищет скидку. И треха. Вот он, трипл, трипл. Кадыров. Итак, 2-20 остается. 36-78 счет. Акасумов, ну что? Вот, ну наконец-то. Последние полторы минуты. И вот, ну что, попадет треху. Ну что ж такое, не идет пока все у Чернушкина, но с подбора Нахов. Ну что, за полторы минуты 4 перехвата, возможно ли? Ну и возможно. Так, и двукратное уже преимущество Юкона. Ибрагим. Хабибов, третья треха. Итак, 15 секунд остается. И с разворота, вот, можно было, в принципе, так и всю игру делать.